Фьючерсы биржи США указывают на понижение при открытии торгов в этот четверг. Трейдеры в ожидании выхода протокола Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервы страны. Между тем, недельное количество заявок на пособие по безработице снизилось до 263 тысяч, что явилось самой низкой отметкой за период середины июля. Тогда количество заявок достигло минимума с 1973 года. Ну а на сегодняшний день доллар США играет на понижение. Курс евро и доллара США на 0,04% выше. Соотношение валют 1:1240 пунктов. Британский фунт по отношению к доллару США на 0,3% ниже. Курс валют составляет 1,5272 пункта. В центре внимания аналитиков агентства соотношение доллара США и японской иены. Пара держится ниже снижающейся линии тренда и продолжает движение в сторону понижения. Вероятно, краткосрочные позиции ниже линии сопротивления на уровне 120,1 пункта со значениями 119,45 пунктов и 119,2 пункта в продолжении дня. Драгоценные металлы под давлением. Цена золота упала ниже восходящей линии тренда с 5 октября и теперь играет на понижение. Снижающаяся 20-часовая скользящая средняя пересекла 50-часовую. Обе скользящие выступают в роли линии сопротивления. В продолжении дня стоимость золота будет ниже 1154 с отметками в 1130 и 1119. Серебро на 3,82% ниже. Цена тройской унции $15.48. С вами была Евгения Мангуви, специально для Trading Central Web TV.